Леса Ульяновской области в опасности. В пожарной 4 класса. По прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 23 по 24 мая в лесах по югу и юго-западу региона сохраняется высокая вероятность пожаров. В этой связи Главное управление МЧС России по Ульяновской области обращается к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности на природе. Чтобы неосторожность не стала причиной лесного пожара, следует избегать разжигания костров на полях или в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву. Также привести к возгоранию может бесконтрольное сжигание травы и мусора. Необходимо помнить, что любое неосторожное обращение с огнем может стать причиной катастрофических последствий, гибели большого количества людей, а также невосполнимой потери лесного массива. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ульяновской области 8 84 22 39 99 99.